На президентском контроле формирование Росгвардии идет ритмично и по плану. Такую оценку дал Владимир Путин на встрече с руководством Федеральной службы. Президент поздравил собравшихся с профессиональным праздником и обозначил главные задачи на ближайшие 2 года. Контроль за оборотами оружия. Ну и у нас впереди много больших важных событий, общественно значимых. Я уже не говорю про политические календари, но, скажем, подготовка к проведению и достойное проведение, надеюсь, таких крупных мероприятий, как чемпионат мира по футболу и вот соответствующие мероприятия в этом году, в 2017 Кубок Конфедерации, потребует значительного отвлечения сил, средств. Ну, собственно, что значит отвлечение? Ваших усилий потребует значительных. Сегодня вот Виктор Васильевич уже присутствовал на одном из совещаний с участием министра финансов, руководителей других федеральных силовых структур. Мы обсуждали уже эти вопросы, и объем задач, он очень большой. Значительная часть этой работы, объема этой работы будет на ваших плечах. Я надеюсь, что все это будет сделано, как я уже говорил, на высоком профессиональном уровне и с полной отдачей. День войск Национальной гвардии отмечают сегодня в России впервые. Эта дата выбрана не случайно. Раньше 27 марта было днем внутренних войск МВД, на основе которых и образована Росгвардия. Владимир Путин подписал указ 5 апреля прошлого года. Сегодня президент вручил директору Федеральной службы Виктору Золотову знамя Росгвардии. Это произошло в Государственном Кремлевском дворце. После этого намечен праздничный концерт. Формирование Росгвардии должно завершиться в конце будущего года. Виктор Золотов поздравил с профессиональным праздником бойцов и их родных. Слова особой благодарности. В этот день мы говорим вашим близким, тем, кто бережет семейный очаг, верит и каждый день ждет возвращения со службы своих сыновей, мужей и братьев. Уважаемые товарищи, хочу поблагодарить всех вас за честную и добросовестную службу. Убежден, вместе мы решим все ответственные задачи, поставленные перед войсками Национальной гвардии, главой государства, и оправдаем доверие наших соотечественников. Искренне и сердечно поздравляю вас с праздником. Здоровья, благополучия, добра и мира вам и вашим близким. С праздником! С Днем войск Национальной гвардии!